Значит так, я терплю-терплю, я не люблю выходить на видео, но просто это все, вся эта ситуация, мало того, что нервы у всех на пределе, и смотрю по ТикТоку, как молдаване стали просто-напросто говорить неправду за украинцев. У меня вопрос к молдаванам. Что вам, украинцы, сделали плохого? А я вам сразу отвечу, что вы судите сами по себе, вы говорите, что приезжают украинцы и там оставляют пакетики, там насрали, поссали, там, да, где-то. Вы такие чистоплотные, блядь, молдаване стали, да? А я вам скажу, почему вы себя так ведете. Потому что я работаю в Италии, потому что вы в Италии, вы в Италии. Вы поработали месяц-два, и вас сеньора италийка выгнала нахуй. А знаете почему? Потому что вы не умеете убирать. Вы хитрые. А когда приходит украинка, и она остается, потому что она все вылизывает, вплоть до того, диван отодвигает, а вы этого не делаете никогда. И вы еще смеете говорить за Украину? Вы нормальные молдаване? Так работайте здесь, в Италии, нормально. Вы судите сами по себе? Вы злитесь на Украину сейчас? Вам типа под шумок, блядь, да? Вот, Украина. Под шумок вам это все? Нихуя, блядь, не дождетесь, блядь, под шумок. Мы тут работаем, и у нас в Италии уважают женщин, украинок уважают женщин, но не молдаванок уважают. Понимаете? Вот вы взъелись. Вам под шумок сейчас, что это все происходит, да, обосрать Украину. Не дождетесь, мои хорошие, не дождетесь. Война у нас на Украине, плохо, тяжело. Но не надо огонь лить в Италии, блядь. Пизда вам, блядь, будет, если мы сорвемся, бабы украинцы. Просто пизда вам будет. Не трогайте нас здесь. Нам и так тяжело. Но срать и обсирать нас не надо здесь, в Украине. Молдаване, это к вам. Просто к вам. Просто к вам. И давайте жить дружно. И не надо срать. А если вы говорите, что украинцы, беженцы приехали к вам в Молдовию, там в Польшу, там еще куда-то, видео давайте, факты давайте, не будьте кацапами, блядь, не будьте кацапами, видео, факты, все давайте, давайте все это, достали, блядь, уже просто. Facem din scandal o primăvară.